Добрый вечер. Мы снова говорим о нашем ЖКС. Хочется рассказать о первых результатах нашего аудита и тех этой комиссии, которые мы сейчас ведем. Достаточно острый момент – это наш штат. Штат бухгалтеров, штат юристов, штат экономистов и так далее. Это очень много руководства, и на данном этапе, в данный момент, это скорее не помогает, а мешает это работе ЖКСов. Ну, мешает эффективной работе, так как очень большой финансовый ресурс это уходит на содержание этой машины, и за счет высвобожденного ресурса мы можем сделать более достойную, более высокую заработную наших рядовых сотрудников. Поэтому это, наверное, одно из направлений, в которых мы уже начнем это работать буквально в первых числах Нового года. Еще хочется рассказать в канун Нового года о нашей очередной такой симпатичной инициативе. Сейчас мы все гуляем Новый год, и мы начнем выкидывать новогодние елки. Будем выносить их или к мусорным бакам, контейнерам, либо еще хуже, оставлять эти елки где-то в неустановленных местах. Мы дополнительно сообщим о эколокациях, где можно занести, оставить елку, а мы будем менять вам эти елки на конфеты. Хочется всех с наступающим Новым годом поздравить и сказать, что наш город, Одесса, это в первую очередь чистый город. Именно таким мы и собираемся его сделать в будущем году. Еще чище, максимально чистым. Поэтому с наступающим Новым годом, всего самого лучшего. Хочу напомнить, что все вопросы, все пожелания можно оставлять у меня на Фейсбуке. Веду я его сам и максимально оперативно стараюсь на все отвечать. До новых встреч!